Как часто вы посещаете культурные выставки, театры, музеи, филармонию? Я вообще не посещаю, потому что я много работаю. Потому что нужно повышать материальное состояние населения. Тогда они будут время у них отдыхать и ходить по культурным местам. Почти каждую ночь во сне в эти массовые мероприятия. Почему вы так? Ну, потому что дрянь этого эпидемии там эти. Редко в последнее время. Времени нет? Не очень часто. Сейчас вот, кстати, купили билеты на Лободу, и концерт отменили в связи с ее болезнью. Хотелось бы, может быть, чаще. Но что-то вот как-то, может быть, нет чего-то интересного. Музей, ой, не знаю, ну, наверное, год точно назад художественном была, но это еще дальше. После разговора с вами, наверное, воспользуемся. Обязательно сходим. А что нужно для того, чтобы посещать вот культурные мероприятия чаще? Время вроде как есть. Ну, может быть, кому-то времени не хватает. Желания какого-то. Специального настроя именно на это, на музей. Музыкальный театр каждый месяц. Очень интересные спектакли разнообразные. Выставки реже. Полгода раз, наверное. Раз, может быть, в год. На это времени нету. В основном занята учебой. На каникулах отдыхаю. Я там работаю. Филармонии, поэтому на концерты хожу каждый день, ну, как есть, по расписанию. Сейчас сняли вот этот предел, ну, на 100% разрешили продавать билеты, поэтому залы наполняемы полностью. Главное, желание. Есть оно у людей? Да, есть. У нас есть постоянные посетители, которые уже много лет ходят, очень любят Глорию, очень любят... Русский народный оркестр. К сожалению, очень редко. Ну, это всегда праздник, а в нашей жизни праздника мало. Вы посещаете культурные мероприятия, театры, выставки, спектакли? Очень редко. Ну, нет возможности из-за работы, из-за личных вопросов.